Отчет нового делового года для яхтенных компаний начинается здесь, в Экселе, на London Boat Show. Здесь представлены как самые лучшие и дорогие яхты стоимостью несколько миллионов фунтов, так и обычные надувные лодки. Словом, в Экселе на London Boat Show есть на что посмотреть. Выставка London Boat Show проводится уже более полувека и считается одной из лучших в Великобритании. Она широко известна своей демократичной атмосферой и одинаково притягивает как простых туристов, так и богатых покупателей яхт. На борту музыка и британские флаги. Новинками этого сезона стали яхты отечественного производителя Sunseeker Sanremo и Sunseeker Predator 6. На их открытие специально приехал звезда BBC Крис Эванс. У меня уже есть яхта во Франции. Даже не знаю, как это случилось, что она у нас появилась. Эта покупка была делом случая. Так что мы уже входим в этот яхтенный мир, и я это обожаю. Это боут-шоу для тех, кто интересуется не только моторными и парусными яхтами. События также привлекают внимание любителей водных видов спорта, таких как каякинг и каноэ. Однако москвичи приезжают именно за яхтами. Больше нас привлекает как бы Sunseeker, потому что здесь и знакомый вот гид есть, который нас как бы просто приглашает на эти выставки. Вот. И, ну, соответственно, в основном мы Sunseeker смотрим вначале, как бы там новинки. А потом уже время остается, смотрим остальные принцессы, фэрлайны. Хотя, скажем так, это топовые английские яхтенные компании. Внутри у некоторых были на кухнях специально для яблок. Мне понравились специальные вазочки такие круглые. И апельсины там лежали тоже такие. Проводя экскурсию на борту, менеджер Sunseeker поясняет, что Россия – один из самых лучших рынков экспорта британских лодок. Однако подчеркивает, что даже самая большая яхта на выставке маловато будет для русских олигархов. Абрамович – очень хороший пример очень богатого русского парня, который любит яхты. Его яхты гораздо больше этих. Вот мы сейчас на борту 150-футовой спортивной яхты. И она будет казаться лилипутом на фоне одной из трех яхт Абрамовича, которые в несколько раз больше этой. Со дня открытия на шоу уже побывали 30 тысяч человек. В последние три дня выставки у купивших билеты на London Boat Show будет возможность бесплатно попасть на London Bike Show, The Active Travel Show и Outdoor Show, которые также проводятся в Экселе. Профайл Раша, Лондон, Великобритания.